Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как пройти верификацию персональных данных в личном кабинете трейдера на сайте компании A-Markets. Для успешного прохождения данной процедуры в первую очередь необходимо подтвердить адрес электронной почты. На любой странице личного кабинета в верхней части необходимо нажать кнопку «Подтвердите имейл». На появившейся странице, скорее всего, вы увидите информацию о том, что письмо для подтверждения электронной почты уже было отправлено на ваш адрес. Давайте откроем данное письмо. Обычно для того, чтобы подтвердить имейл, достаточно просто нажать кнопку «Подтвердить». В том случае, если по какой-либо причине вы не сможете подтвердить ваш адрес электронной почты или, например, вами было удалено данное письмо, рекомендуем вам просто повторно заказать его получение, нажав в личном кабинете кнопку «Отправить заново». Итак, адрес электронной почты был успешно подтвержден. Далее необходимо подтвердить номер телефона, указанный при регистрации личного кабинета. В том случае, если у вас возникла необходимость изменить номер телефона, просто укажите новый номер в доступном поле и нажмите соответствующую кнопку. Если все указано верно, ваш номер телефона будет изменен. Теперь вы можете нажать кнопку «Подтвердить». На ваш номер будет отправлено короткое сообщение с четырехзначным кодом, который требуется указать в свободном поле. После ввода информации нажмите кнопку «Отправить». Таким образом, номер телефона будет моментально верифицирован. Теперь вы можете приступить к верификации документа, удостоверяющего вашу личность. Зайдите на страницу «Мой профиль. Верификация». Обратите внимание, в том случае, если ранее вы уже подавали заявку на верификацию и она была отклонена, то именно на данной странице вы увидите причину, по которой верификация не была пройдена. Итак, давайте создадим новую заявку на верификацию личности. Вы можете подать заявку, используя ваш персональный компьютер либо смартфон. Для использования смартфона нажмите кнопку «Получить ссылку». После нажатия данной кнопки на вашем экране появится QR-код. Включите камеру на вашем смартфоне и направьте ее на данный QR-код. На смартфоне откроется браузер, на странице которого вы сможете загрузить фото вашего документа, удостоверяющего личность. В данном примере заявка на верификацию будет пройдена на ПК. Нажмите кнопку «Продолжить на данном устройстве». Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями на появившейся странице и нажмите кнопку «Продолжить». На следующей странице вам необходимо выбрать один из вариантов. Сделать новое фото вашего документа, используя веб-камеру, либо загрузить фото с жесткого диска вашего компьютера. В нашем случае фото уже есть в наличии, поэтому просто нажмем кнопку «Загрузить фото» и укажем путь до файла. После выбора нужного файла убедитесь, что документ на фото виден полностью, а все данные хорошо читаемы. Если все в порядке, нажмите кнопку «Продолжить». На странице «Личные данные» укажите ваше имя, фамилию, дату рождения и пол в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и нажмите кнопку «Дальше». Поздравляем! Заявка на верификацию личности была отправлена на проверку. Результаты проверки вашей заявки будут известны в течение одного рабочего дня. В случае, если по каким-либо причинам ваша заявка еще не была проверена, пожалуйста, свяжитесь со службой клиентской поддержки компании A-Markets. Наши специалисты с радостью помогут вам решить данный вопрос. Спасибо за внимание. Начните торговлю в A-Markets уже сегодня.